Мне показалось, или я только что видел какого-то плывуна? Ну-ка, что это за тип? Собой! Just hunting, man. How about you? Hello, how are you? I see one guy. Behind you, bro. He's my friend. Ah, okay. Okay. Have a nice day, my friend. Bye-bye. Карта, кстати говоря, здесь совсем неплохая. Можно построиться где-то на С-16 возле космодрома и постоянно нагибать какие-то кланы. Они же там по-любому есть. Хотя тут и сфера есть, и аутпост недалеко. Хм, бандит-кэмп. Вот это, конечно, да. Вот это домик. Я бы даже сказал доминго. Я знаю точно, что мне может выпасть какой-то ледорубчик вот в этой пещерке. Пока только топливо падает, но это, в принципе, тоже неплохо. Дай мне хотя бы топ... Во! Кирочка. Во! А что, если тут где-то построиться? Так, тут дом есть, понял. Ну, это, скорее всего, основа вон той базы. Прям 100%. Это еще и МВК-двери тут стоят. Куда побежал, дружок? Тебе есть стрессы? У тебя есть стрессы, дружок. Сфера недалеко. Аутпост недалеко. Да. Пожалуй, тут я и буду строиться сейчас. Но свой топовый антирейд-бункер я буду строить где-то тут. Вот прям здесь, чтобы сфера виднелась. И аутпост. Всем здарова! Соскучились по атмосферному соло-выживанию? Тогда вы попали именно на тот самый ролик. Это начало нашей новой истории. Кстати говоря, если вы хотите меня поддержать и хотите, чтобы продолжение вышло намного раньше, кликайте по локасу. 6к чизеров и продолжение будет уже на канале. А теперь запасайтесь печенюхами и пора к приключениям! Ничего себе, я тут лута нафармил. Стоило немножко пробежаться по дороге. Пойду-ка все переработаю. Блин, за бочками нужно вот сюда бегать. Просто их миллион, тьма тьмущая тут бочек. Hello. Кстати говоря, я же могу пайпушечку скрафтить и ревик. Опача. Ну-ка, пайпушечка, давай. Хорош, арбалетик скрафтим. Они там эту турельку жалкую батят уже не знаю сколько времени. Кстати, вон он, вижу типа этого. Понял. Он как-то туда на территорию залез. Только как? Не, я отсюда теперь не выйду никуда. Он берданку там потерял. Ух ты. Надо текать отсюда. Вот это я там украл. Чувак с берданкой попасть не может, зато чувак с ревика попадает. Допонтовался чувак. Вот чуганаду, да? Теперь замаскируемся. Чтобы они не спалили, где мой дом. Потому что тогда они меня просто даже с дома не выпустят. Теперь могу пойти спалить какие-то домики. Это по-любому они рейдят разрывными. Столько выстрелов быть не может. А, еще и через крышу, да?
Держи. Оу, ноу, дуд. Так, ну что, настало время обустроить свой домик. Так. Почему я не могу ставить? Так. Отлично. Шикарно. По-моему, я могу спалку даже переставить и печку поставить вот сюда. По-моему, лучшее, что может быть пока что для начала. Туда столько могу ящиков напихать. Оп. Нормально, живем. Очень даже неплохо живем. Ну, пока тут все плавится, можно сходить к тем пацанам в гости. Ух ты. Ух ты. Метальчик. Метальчик мне нужен. Я бы даже сказал, неплохо так метальчика привалило. Калашик новенький. Новенький калашик. Вот это, конечно, да. Стартанул так стартанул. От души. У него, видимо, бомбит. Он вышел с Томпсоном даже. Хм. Я хочу снова туда сходить. Не оставлять же того пацана без присмотра. А калашики мне всегда нужны. Он киркой фармит железный. Если я его убью, то залутать его все равно не смогу. Он должен отойти от аутпоста. Хоть немного. Come here, come here. Come here, boy. Why you killed me, fucking idiot? А чё, как дела? Братик. Как твои дела, скажи мне, пожалуйста. Хорошо серу пофармил, брат? Ну, я тоже думаю, неплохо. Боже, что за байты? Просто 200 IQ байт. Ух ты, я могу дерево закупить? 15 тысяч дерева могу. Не, это слишком много. А вот 5000, в принципе, вполне неплохо. 5000 дерева мне пока что хватит. Теперь можно и наплавить серы, которой как раз у меня не было. Ух ты. Сфера отменяется. Рейдит у нас вон там, понял? У нас есть конь, сейчас пойдем разбираться. Надо хотя бы посмотреть, сколько их там находится, потому что, блин, в крайнем случае придется взять калашик и пойти их попробовать наказать. Что, конь, вези меня. Кабана два волка гонят. Вот это, конечно, экшен. Давай, кабан, беги. Убегай от них. Я верю в тебя. Не знаю почему, но мне кажется, я могу их порвать. Как же ты меня напугал, чувак. Они улетели отсюда. Они застроились и улетели отсюда. Воу! Он остановился. Ты меня тоже неплохо так видишь, да?
дружок. Еще одни улетают. По-моему, я успеваю за дропом. Хотя, мне кажется, это сопля какая-то, потому что тот дроп недавно упал. Два дропа одновременно, как-то странно. Сейчас посмотрим, что тут за база. А, вон два типа. Неплохая такая у вас база там, или что это у вас? Не удивлюсь, если у вас даже есть болты какие-то. Они вниз прыгнули, это мой шанс. Это мой шанс подбегать поближе. У них тут еще один вход, оказывается, есть. О! Hello. Have a nice day. Других слов у меня нет. Просто оу. По-моему, я только что победил двух типов. Прям окончательно победил. Hello. С чем это ты бежал, я не понял. А, это гвоздомет? Ух ты. Сильное сопротивление. Могу к нему как-то туда попасть? По-моему, там только через турельку, если пройти. Только каким образом через нее пройти? Откуда эта МВК-стенка появилась? Мне очень интересен этот домик. Прям очень. Его вышечка — это просто нечто. Мне интересно, он там же сидит или еще нет, или уже нет? Как к нему можно туда попасть? Он как-то залез туда? Ага, примерно догадываюсь откуда. Смогу ли я через турельку как-то туда попасть? Вот в чем вопрос. Держи. Как твои дела, электрик? Очень даже неплохо. Мне кажется, он сейчас будет пытаться выходить меня убивать. Чисто бежит заправлять свою ракетницу. Жесткий тип. Интересно, а что они дают, если их перерабатывать? Так, я бы на самом деле немножко обустроил свой домик, потому что зарейдить меня проще некуда, проще простого. Да, но на него, естественно, мне не хватает. Вот тут буферку я не добавил, но сейчас добавлю. Нужно за камнем отправляться. Вспомнить бы, где, правда, этот домик стоит. Но, по-моему, где-то здесь я убегал в эту сторону. Вот здесь, где-то на отшибе. Дом сам по себе сгнил. Сейчас проверим. Пусто. Понял. Ну, неплохо, так сказать, неплохо.
Сейчас надо взять весь камень и пойти что-то намутить. Пойти обустроить нашу топовую крепость. И это мы тоже возьмем. Надо скрафтить еще пару дверей. Будет все четенько. А тут бы я сделал выход на крышу. Выход на крышу никогда, в принципе, не мешает. Чтобы избавляться от седунов, тут нужно буферку сделать, где конь стоит. Чего здесь рейдят, я не понял. Еще одни летят. Они просто со всех сторон летят. Ух ты. Две сихи. Так это еще и не первый этаж. У меня есть только один шанс отсюда выбраться. Наколотить 40 дерева. I can help you, boy. Psst. Wait. Okay, I go first. Меня не залутали. Вот это вы, ребятки, даете, конечно. Я еще сюда вернусь. Давно я таких антирейдов не делал сочных. Жаль, но я не могу ничем дорейдить. У меня есть сишка. Одна. Вот это я, конечно, лажанул с той сишечкой. Я думал, это первый этаж, потому что он выглядел как будто одноэтажный дом. А там на самом деле два этажа. Я потратил просто так в пустую сишку. Ну ладно, хоть одну сишку засейвил и куча стволов вытащил. Хм. Пришел-то туда с двушечкой голый. Чё я вообще, жалуюсь еще что ли? 100 топлива в шляпе, вы шутите? Банда шляпников. Я просто постоянно наказываю один и тот же клан. А они умеют сишки крафтить. И могут сишки крафтить. И у них есть третий верстак. Я думаю, если они найдут, где мой домик, это все. Это будет GG. Таких нубов я еще не видел. Ну да, тут только второй верстак. И все. Ну ладно, фонарик заберу хотя бы. Я могу ящики позабирать. Ух. Ух. Шкаф закрыт. Тут миллион всего. Тут еще, наверное, за гаражкой дофига всего спрятано.
Так, я знаю, что надо делать, надо все это относить. Так, там за гаражкой вряд ли что-то есть, да? Зачем мне долбиться, если тут и так все видно? О, пробивается. Так, туда я так просто попасть не смогу. А если же выдолбить стенку деревянную, я хочу посмотреть, что тут вообще. О! Оу! 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 Хо-хо-хо-хо! Я думал, тут на самом деле будет по фигне, а тут... А тут миллион всего было! Оу, сработало. Там у нас ничего нет, надо все это относить. Все, конь, мы с тобой, в принципе, выполнили задачку. Вот это находка. Второй верстак сразу сейчас замутим. Металла дофига. Ой, хорош. Походу, кто-то долетался. Сколько дерева! Братишка, сколько дерева ты... Что это со стаками? Что со стаками, братик? Нормально ты там дерево накупил, брат? Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. Офигеть! Я, значит, радуюсь, когда 2000 дерева выбиваю. А тут чувак такой мне: на, держи 70 000 дерева, братик, держи. Мне для тебя не жалко. Для тебя, любимого. Но я как бы не буду отказываться, чё. Это просто жесть. Просто моя бесконечная печка сейчас будет. Это жесть. У меня шестеренки теперь. Просто это топ. Нужно хотя бы 3 гаражки поставить. Будет тогда четенько. Даже 4 гаражки. Блин, теперь я дерево могу тратить куда хочу и когда хочу. В две берданки рейдят, типы. В две берданочки рейдят разрывными. Они мне когда-нибудь дадут пофармить? Я знаю, что надо делать. Надо вот это все, что я нафармил, ящик куда-то засейвить и пойти попробовать их убить. Один готов. Второй готов. Третий готов. Третий готов. Оу. Так, сишечку надо обязательно изучать.
И спокойно можно уже кого-то потом идти рейдить. Угу. Ну ладно, в принципе. Рейдить, походу, я пойду, но не скоро.